Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим Bound by Flame. Это свежевышедшая RPG-шка, которая стала доступна буквально сегодня ночью, 9 числа. Мы посмотрим буквально полчаса 40 минут, если она мне понравится, мы ее пройдем. Как видите, тут даже русификатора нету пока что. Так, она вообще затачивалась у нас под Кей. Уж меняться, нет? Окей. Секс, ну да. Ежемесячно, окей. Лицо. Пожалуй, нечто такое выберем. Нет. Ну вот, нормально. Так, это у нас уровни сложности, поэтому выберу, пожалуй, низкий уровень сложности. Игра стала доступна буквально вот-вот-вот. The peoples of the world had been fearfully whispering about the Ice Lords for the past 10 years, though of course they had been present long before then. The Deadwalker army, an endless horde of undead creatures under the Ice Lord's command, swept down from the mountains in the north, annihilating all resistance on the continent. Each battle only served to swell their ranks with the defeated dead, and the bloodless world seemed ready to sink into an endless ice age where there would be no place for the living. There were a few who still tried to stand against the invaders. The elves, who had hitherto remained neutral, and the Red Scribes, a small group of scholars who believed their knowledge might be able to tip the scales. The scribes had recently engaged the services of a group of mercenaries known as the Freeborn Blades, a renowned company who would become even more so after these events. The Blades were to protect them while they performed a ritual which was intended to change the course of the war. Ну, вот такое вот вступление. Проще говоря, кто не понял, маги объявили войну, то есть огненные, ледяные, и создали свое войско, войско нежити, которыми уничтожили почти все живое на этой планете. На этой локации или в этом мире, как-то так. И оставались лишь две таких небольших группы, это были эльфы и это были последние из людей, которых называли клинками, ну или мечниками. Тут уж как кому удобней. Они, в принципе, не сильно уж между собой объединялись, но продолжают бороться за... Все-таки за свою жизнь, за спасение этого мира. Как-то так. Я по этой игрушке, в принципе, не знаю ничего, поэтому сейчас будем разбираться вместе с вами. Пока завязка сюжетная вот такая вот, довольно неплоха. Great scouts. You can smell them from 50 yards away. So here we are. And just think, the captain wanted me to stay. Графический движок со времен первого Dragon Age. I didn't join the Freeborn. Может даже хуже. Ого. But he knows that. He knows his men, and he knows his powder master hates just hanging around. Динамика забавная, но насколько она будет реализована в самой игре?
stay out of this damn war till the end. Well, looks like the end just showed up. The Ice Lords have really done it this time. All of Vertiel is on the brink. Nothing will stop the Deadwalkers. Soon there won't be a town left to fall back to, or even a tavern where you can spend your pay. There's no one left to turn back this filthy, stinking tide, if it were even possible. Короче, не очень радужная такая перспектива у нас. If their big ritual thing doesn't pan out, we're all gonna be left standing here with our asses hanging out. Как я понял, главные наши враги — это ледяные маги. Ледяные лорды, как-то так. Anyhow, you have to fight fire with fire, so they say. Damn, they're here already. I better warn the others fast. Ну хорошо. Так, графический движок, ты меня уже расстраиваешь. Я еще подшаманю там потом с настройками, если что. Но это плохо. Так, вижу хоткей, вижу хорошую задумку и прекрасный дизайн, но вижу также и убогий графический движок. Ладно, не будем заострять на этом внимание. И мне тут еще очень нравится, что наконец-то у двуручного оружия хоть в какой-то игре появилась на спине кобура. Hey, enjoy your stroll. Get over here and tell me about it. Здорово, капитан. Сейчас иду. Сегодня 9 мая. Всех с праздничком. С Великим Днем Победы. 69 лет. I'm guessing it wasn't just a quiet stroll. So, what did you see? The Deadwalkers are already close. I got one of their scouts. God damn it, Vulcan! I've told you 100 times, recon means observing and reporting, not charging in and fighting without thinking. Короче, мы разведчики. I didn't want him to alert all of the others before we were ready for them. But what if they'd have killed you? Then you wouldn't have been able to alert us before they were ready to attack us. Think for a second. God's blood. We have to get ready for them. Now that you've finally got your ass back over here, you can prepare some traps. Get Peeler to help you place them around the temple. That'll give us some time, and we'll hear them coming. Yes, sir, Captain. And if you have questions, you know where to find me. Короче, капитан сказал, что мы очень плохо поступили, что лучше было бы уйти. Ну, то есть не вступать ни в какие драки, потому что мы все-таки разведчики, несли ценную информацию. Мы ждем нападения. 3 months without a chance to spend my pay. I'm sick of this goddamn war. Так, металл, сталь, хорошо. I bet. Ловушка, да? Хорошо, крафт. Ага, ну 10 штук, да. Что тут еще имеется? Ой, знаете, как это все очень напоминает мне сейчас игрушку на PS3. Dragon's Dogma была такая. Так, у нас 2 вида оружия. Даже 3. Еще арбалет имеется. Это хорошо. Кираска, перчатки. Шлемака нету. Ну хорошо, я надеюсь, эта игра будет интересной. Пока что она мне очень напоминает Game of Thrones. Именно игру, а не сериал. Хотя тут по графике все получше. И идет она куда плавнее, чем тот же Game of Thrones. Так. Это с тобой нужно поговорить. Так, давай вот с быком поговорим, почему нет. Everything okay, Buffalo? Yeah,
I wish those goddamn mobile corpses would just attack. I hate all this hanging around. Так, а чё, ты как вообще боишься этих мертвецов-то? You don't seem too upset that the dead walkers are coming for us. It's not the first time we've faced the dead walkers, and considering what's going on, we knew that one day, sooner or later, we'd have to deal with their main force. It's not like there are a lot of us to stand against them. I just hope we can put up a good fight before they kill us. Ну ясно, понятно. Короче, ну что ж. They say you... А, люди говорят, что тебя нельзя убить. Это правда? They say you can't be killed. Is that true? Sometimes you're so gullible it's almost charming. That's just a story they tell to new recruits. Still, you've been in the Blades a hell of a long time, and you're still in one piece. That doesn't mean anything. Sure, I've been lucky. I can handle myself, and I guess I'm smart enough to know when to fall back. So, sure, I ain't bought it yet, but my turn will come. Все понятно. Ну, увидимся. Так. Ты. Hey, Peeler, lend me a hand, will you? We've got to prepare the area before it gets overwhelmed with walking corpses. These are a few treats to welcome our buddies, the Deadwalkers. Booby trap all the access points, and try not to blow yourself up. Don't sweat it, I can handle it. I'm not kidding. If you lose an arm, it's gonna be my ass that gets blamed. Короче, мы должны были поручить этому Пиллеру установить ловушки, но он типа похихикал, ну, мол, типа, чё ты, я справлюсь. А мы ему пригрозили, что, мол, если он оторвет себе руки ловушкой, то это будет прежде всего наша проблема. Тап. Ага, ну, в принципе, удобно на квик-слотах. Игрушка заточивалась, как вы видите, уже под геймпады. Поэтому, как бы, ничего особо хардкорного тут нас ждать не должно. Хотя враги, наверное, будут сильны. В зависимости от уровня сложности. Я выбрал легкий уровень сложности, как вы помните. Так, ну, давай сюда боевочку мне уже. Хочу попробовать. Ох ты, шо? Знаете, как чувствуется, как будто они держат. Реально. Тяжесть. Space Gate. Я не понял, чё надо. А, блок. Ну давай, бей. Я хочу. Да попробуй. Это что такое было сейчас? Я что, воздух там пугал или что, блин? Трубы пропадают, это тоже очень-очень хорошо. Блока, да? Хорошо. О, чувак, стой. Нормальная такая боевка, интересная. Слышь, парень, иди сюда, тут где-то ловушки у меня были, а во. Смотри, какая хрень. Ну давай. Ну давай, ну не стесняйся, ну чё ты. Тебе понравится. Давай. Давай. О, видишь, какая красота. А это чё? Лучники? Окей. Используйте кнопку 2. А, арбалет. Забавная штука. Ну,
Так, еще лезут. Ну вот, хорошо, давайте. Целиться можно, да? Хорошо, в принципе, удобно. Что происходит-то, ёбда? Почему по ним удары-то не проходят? А, и так. Нехороший человек, ты посмотри на него. Не, ну, боевка интересная. Да иди ты, блядь, сюда, ты уже затрахал. А чё это было? Вот чё делает правая кнопка мыши? Не понимаю. Я там завтыкал, конечно, почитать, чё она делает. Ну такой ты медленный, капец. Хотя, вес двуручного оружия, знаете, ощущается. Так что, ёбушки-воробушки. Вы серьезно? Ничего себе. Да ну нахер, реально надо бежать. Как с таким драться мамонтом-то, Окей. Ну, блин, боевочка интересная, но я чувствую, она будет очень-очень затяжная. Просто физика двуручного меча такова, что... О, ё-моё, это еще что такое? Так вот, о чем я хотел сказать, что физика двуручного меча такова, что... Что происходит? Чтобы отрубывать за счет веса конечности. И вообще разрубывать врагов. Вот, видите, можно как в Dark Souls просто играть за счет блока. Тут стамина за блок не уходит, но тут уходит... я смотрю, тут уходит здоровье. То есть блок мечом, он не весь урон стопит. Да ёпта, ну ты сдохнешь, нет! А тут мы таким образом уже... Ладно. Я дам тебе, говорит. Но капитан! Забавно. С юмором. Блин, а мы махаем так этими двуручными мечами, что... Ебона мать. Ебогу. Чё, куда идти-то? Наверх, да? Так что вообще должны там конечности только разлетаться в разные стороны. Ну, по физике ж. Ну ладно, в принципе, игровая условность можно и потерпеть немножко. Чё это такой сундук? Нормально открыл, короче. Красавчик. Is everything okay? Здорово, бык. As long as I can hear them mumbling, everything is okay. One of those dead things managed to get as far as here, but I killed it before I could interrupt them. А ты прозрачный. That's good news. Captain's holding the front entry. Hawk's on the west wing. I got the east.
Got any idea where Peeler is? I think I saw him over on the east side. You should find him if you head over there. Thanks. I hope he's still in one piece. And, you might want to check inside the invoking room. We just came across some specters. Those things can go straight through walls, and they might get in there without asking you first. Is that so? Ну хорошо, ладно. Мы по-прежнему ищем Пиллера. Только куда он мог запропаститься, я... А, ну я, кажется, его нашел. Да? Ну, кажется, да. Ножики? Переключаться на В. Окей. Это что, переключаться? Да, это переключаться. Слышишь, парень? А! А Q теперь это отскок. Да? Дай ему хана, хана. Блин, а забавный этот режим. Тут всякий металл там падает. А как кнопка я там крафтил, не помню. Крафт, вот где-то. Ой, тут скиллы еще ж есть. Это типа ветка развития воина, а это рейнджер... Разведчик? Warrior, рейнджер... Так, хорошо. А где тут крафт был? Это типа боеприпасы мои. Это непонятно пока что. Так, карта, квесты. Ну ладно. В принципе, потом как-то разберусь. Просто не помню, на какую кнопку был крафт. И что ты мне предлагаешь? А, X. Ох, нормально я ему вставил. Вообще по самые яйца. А я заметно быстрее этим стилем и двигаюсь, и бью, и это вообще мне... Мне по мне, в принципе, мне по мне. Мне нравится этот стиль. Эти вот слоу-моменты, они вообще очень крутые. О, левел ап. Левел ап, это великолепно. Так, Z для прокачки скиллов. Так, у меня есть два очка скиллов. Так, давайте посмотрим. Что это такое? Damage by daggers. Короче, увеличить дамаг... ножиками. Это чтобы не прерывали комбу. Короче, давайте вот сюда вот вкинем одно очко. И тут еще скорость их не увеличивается, если второе сюда вкинуть. Ну-ка, давайте меч посмотрим еще. Ой, не то. Вот. А тут чего? Damage from heavy weapons. Короче, дамаг тяжелым оружием. Откат ударов. О, восполнение здоровья в секунду. Это хорошо. Реген.
Так, а это чё, Prime Type? Блин, я не знаю, давайте сюда возьмем. Насколько тут дает? Тоже 10% дэмэджа. Но это, наверное, только в, ну, в этом, в стиле воина. То есть, когда я машу двуручным оружием. Поэтому давайте пока буду качать вот это. А там уже посмотрим. Пока мне просто очень-очень по душе именно рекон. Именно разведчик. Оружие? Ой, не то нажал. Пардон. О, смотрите-ка. Новая пушка. А чё тут можно сделать? Ага, можно гарду поменять. И можно набалдажник поменять. А чё есть? Так, чё это даёт? Ability. Change critical hit. Critical damage. Давайте вот это вот critical damage поставим сюда. А гарду тоже critical damage. Это ability. Типа, чтобы комбу, наверное, не прерывали. Как-то так. Critical rendings. Ну, хер его знает. Так, подожди, подожди. Critical hit. Так, ну давайте вот это поставим. Нельзя? А вот это можно? И это нельзя. А, я понял, смотрите-ка, вот это вот мы крафтим, у нас их нету, мы их крафтим. Окей, я все теперь понял. Так, а даггеры? О, забавные даггеры, кстати, есть, крутые. А ну-ка. Так, что есть? Это у нас будет повышение шанса крита, а это самого крита. Ну, короче, собираем, в принципе, агарды. Да, и вот это вот тоже надо будет. Ну, короче, надо собирать всякий материал. То есть, в принципе, теперь я понял, зачем он нужен. Забавный такой меч у меня теперь. А как там менять? А, вот, на В. Какая, типа, тяжелая катана, забавно. О, подождите-ка, это еще новый скилл там. А что, я не все прокачал? Подожди. Что это дает нам? Максимум хилсы. Давайте максимум хилсы возьмем, почему бы и нет. А вот тут еще что-то. Не было. Окей. Икс красится, да? Хорошо. Будем коллекционировать всякого рода материалы. Потому что они вот для гарды, там, для этого всего счастья, они пригодятся. Чё тут есть? Вау! Парнишка! Бля, попал таки? Я вообще не с тобой разговариваю, ты говно. Сейчас лучника уберу. Ну, давай.
тайминги, тайминги, детка. Нормально. Ой, ёпта. Жердяй, ты куда? Ты ко мне, что ли? Слышь, ну, ладно. Ёпт! Ты чё, больной совсем? Ой. Иди в жопу. Ну, в общем-то, простенький тоже такой. Никакущий. Ну ладно, ладно, попал. Какущий, какущий. Дважды попал. Почему-то иногда кнопочка Q не срабатывает. Воу, братишка, ты куда? На, подарок. Куда ты бежишь? Там лут остался. Так. Ну, блин, опасная такая херь. Игрушка крайне забавная мне. Пока что очень нравится. Даже забываю вот про... про графику нынче. Так, давайте-ка вкинем скорость еще на одно очко сюда. И... да, пожалуй, почему нет? Все, бэк. Блин. Ну, просто немножко лучше бы графон подтянули, этой игре бы цены не было, потому что она действительно хороша. Может быть, мне она надоест? Конечно же. А, блок пробелом, а контролом... и контролом, и пробелом блок, окей. Я хоть правильно бегу? Япона мать! Давай, пацаны! Давай! Красавчики вы мои! Давай сюда! Вовремя я про бомбы вспомнил. Чё вы такие калечные? Давайте. Забавно. Кстати, бомбы — это очень хорошая штука, надо будет еще накрафтить. Хотя сначала лучше гарды. Гарды, причем на ножи. Так, давайте-ка посмотрим уже, чё есть. Ни на эту, ни на эту не хватает, да? Так, а это у нас что дает? Critical damage. Ну, в принципе, мне подходит. А что я сюда хотел поставить? Critical damage, strange, ability. Не, давайте, пожалуй, вот это вот critical damage поставим сюда. Именно эту гарду. И... подожди. А сюда мы что будем ставить? Наверное, вот это вот, чтобы шанс критического удара был. Да, а на... а вот это вот оружие что? Наверное, вот это вот. Чтобы не прерывали комбу. Хотя нет, лучше Critical Defense. Да, вот это вот получше, но у меня нету металла. Окей, потом подсобираем. Я, в принципе, пока не дерусь с этим всем. А вообще, крафт тут как? Какой кнопкой, мать? Вот так. Я не помню. Крафт. Подожди. А,
А, да, вот, смотрите. А сюда тоже металл нужен. Ну ладно, чё. Немножко разобрался, как вы видите. А, так, тут все. Здоровяк! А ты опять? А! Я отпрыгивал! Я отпрыгивал, ты сука! Вот, видите, я отпрыгнул, а он, падла, подошел и ударил меня. Мразь, мразь. Чё такое? Чё, с него ничего не упало? Нет, что-то упало. Бля. Камушки. А, это металл. Окей, подойдет. На куда нам? Сюда? Так о чем мы сомневаемся-то? Вперед! Чего сомневаться-то? Ритуал? Что это такое? Разрыв какой-то? Что происходит? Это, судя по всему, наши маги. А что мы делаем? Портал, что ли? Смотри, какая херня. Детка, ты чё? Чё с тобой? У тебя даже оружия нету. Какого хера? О! А, это я. Ну всё, жопой. Так ты магичка, ясно. Ну чё, будешь моей три смерти, Коль? Бля, ну это не то, ну вы чё, пацаны? О. Давай! Ну, вроде как порешали. Чё, блядь, происходит? Маги, вы чё наделали опять? Ну, похоже... Я стал немножко другим. А может даже ты немножко. Опять эта девочка куда-то улетела, ну. Слышь, не тронь девку, она моя. Я забил уже. А, так это твоя дочка, ну тем более. А, его интересую больше я. Понятно. I shall not let thy weakness be our downfall. Не понял. Типа, говорит, я не дам твоей слабости что-то там как-то помешать нам или повредить нам. О чем ты?
Демон. Нормально. Так, подожди, не спеши. Ну чё, режем, я не знаю. С какой целью мы, правда, это все делаем? Так, а чё у меня еще есть? О! Я оружие забафал. Еее! Иди сюда! Короче, я его победил. Вау! Спали его! Жги! Не, ну это было крайне эффектно, просто. Постановка на высоте. Угу. Очень круто. Очень круто. Даже дебилы анимацию, блядь, не сделали. Чтобы он его как-то красиво вспорол. Ах, ладно. Ничего. Пока что мне, ну, почти все нравится. Игрушка интересная. Игрушка даже очень интересная. Но чё это все-таки было? Капитан, я думаю, что время мы поговорили о промоции. We don't have time for this, Vulcan. We need to move out before the rest of them get here. The passes are probably crawling with them already. There's a passage to the other side of the mountain. It will lead us to the swamp. The swamp? Oh, that sounds fun. Hey, did anybody see what I just did to that huge fucking monster? I mean, seriously, I fried that thing. I saved our asses, and you're all just, hey, what's for lunch? I said shut it, Vulcan. Нормально. Ну, типа, я понял, люди напуганы тем, что случилось, и как-то наш капитан не очень-то об этом хочет разговаривать. А мы такие, а в чем дело? Почему никто не заметил? Вы видели вообще, что я сделал? Такие, нормально. А это что за ебань? Лошадь, блядь, какая-то, или бык. Ну, явно что-то демоническое, но, блин... Круто выглядит. Секира такая. То есть, я так понял, за всю игру у нас будет только два вида оружия. Это будет двуручный меч и это будут даггеры. Я, скорее всего, буду пользоваться только даггерами, потому что, ну, это круто. Мне очень нравится. Почему камера... Где я? Thou hast fled. What the? Thou didst hold the power to face the necromancers, yet thou didst flee. I had no choice. No choice. Демон сказал, что у тебя была сила сразиться с некромантами, а ты сыканул, убежал. А ты вел себя как вор. I'm not even sure I understand what has happened. Мы оправдываемся тем, что мы вообще не понимали, что делаем. Тот говорит, что он будет платить за наши ошибки и наши поражения. И оба мира падут.
I am in a war against these necromancers, and at last I have the power to fight them. Я не собираюсь умирать, у меня теперь есть сила, и я смогу с ними сразиться, ответил наш персонаж. Демон сказал, что типа человеческое тело не способно сражаться, и мол, огонь это не игрушка. Hey, Vulcan, enough of your daydreaming. Move your ass, huh? Что? Buffalo. Что было вообще? Это, судя по всему, я разговаривал с демоном, который в меня вселился. Демон огня. Ну, надеюсь, призрачным гонщиком я не буду. Vulcan, you hear me? Pull your finger out. Huh? Да, бля, успокойся. My head feels like a bomb went off in it. Well, shake it off. We're still not at the end of this stinking swamp, and I'm not gonna carry you all the way to the village. Anyway, how come Hawk isn't the one with me here? He's the lead scout. I always go with him. Hawk is covering the back of the line. So this time, I'm the one who goes with you. You'll get over it. Так. А, ты типа присматриваешь за мной, сержант? Why do I get the feeling I'm under surveillance? You think nobody noticed your little stunt at the temple? Damn right we're watching you. Now shut your trap and keep an eye on our perimeter, while I keep an eye on you. And while the captain has a nice chat about me with the red scribes. It'll be a lot easier to talk to those two-faced snakes without you hanging around. Don't worry about it. He'll tell you what you need to know. And if he doesn't tell you, then I will. Thanks, Sarge. Let's get moving before everybody catches up. Короче, понятно, после того, что случилось в храме, не понял. Какого хера ты у меня целишься? I thought that elves were supposed to have superior eyesight. Do we look like stiffs to you, dickhead? Not yet. But with an arrow sticking out of your throat, I'm certain that even a chatterbox like you could do a passable impression. And you'd be the next one down. Possibly. Короче, обмениваются любезностями. Not if you want to keep типа, кто кого убьет, хватит what тебе. Buffalo in person. Крепкости и ичек, чтобы напасть на нас. What's going on here? Короче, встретили мы эльфа, местного обитателя лесов. Who's the scrag with the pointy ears? Thanks for noticing. I try to keep them sharp. I am called Relmar. And I gather the red-faced fat belly with the filthy beard is none other than the famous Elric, leader of the Freeborn Blades. They call me the Captain. All the Freeborn Blades call you Captain Elric. I have no doubt that they do. As for me, I've never had much interest in titles or in military protocol. I judge people by their deeds. Короче, пиздуй его обратно в свои джунгли. Не беси нас. Why should we bother listening to you, or even let you go on breathing? If you believe that the devil is the only danger down here. Then I'd say it's been a long while since you've been near a village. Bandits, cutthroats, all sorts of disagreeable types. А ты нас решил защитить, да? Thus you will forgive, I hope, my rather bad manners. The fact is, I'm very happy to have found you. Prince Arundel is wounded. We had to withdraw to Valvanor, where I learned that you were expected. I just wanted to make sure you found your way there. This is not my first walk in the wilds, arsewipe. As you can see, I'm on the right path, and we've nearly reached our destination. Captain, those creatures I told you about this morning are gathering nearby. They're probably getting ready to attack us. Ah, well, those are called chrysalids. They wait until they have gathered enough numbers, and then they overwhelm you. And it would seem your little group is attracting a whole swarm to the village. Well, we'll give them a welcome. Actually, in spite of themselves, these creatures do an excellent job of keeping dead walker scouts away without raising any suspicions. If we allow them to gather here and then massacre them,
I fear we'll be moving their territory a bit too close to Valvanor, which will lead to our being discovered sooner or later. I suggest we send one or two men back. This will keep them separated and occupied while the rest make it to the village. I'm ready to volunteer. If you fear I might try and slip away, I know the area well. Sounds like a plan to me. Vulcan, you're on it. I want to go too. The animals and plants in this swamp are extraordinary. Смотрите, как он обратил внимание and на эту девочку. These chrysalids seems very interesting. О, да. I'd love to get a chance to observe them more closely. В лесу будет страшно одиноко, я тебя защищу, детка. Out of the question. Have you lost your mind? It's too dangerous. Да прекрати, папаша. Come on, let her off the leash. It'll be good for her. I promise I'll bring her back in one piece. Vulcan, rule number two. We'll see you at the village. Помни про правило номер два. See you later. Чё там, магов не трахать или чё? Какое у вас правило? Zed skills pyromancy. О, новое древо. Это интересно. Так, сколько у меня есть? 4, да? Что тут есть? Фаербол, интересная херня. Зачаровалка на оружие. Спелы стоили меньше. Так, ну давайте-ка сначала выучим на оружие. Зачаровалку. Так. И посмотрим, что еще у нас есть на Рекона. На разведчика. Так. Это пока не открывается. Сколько тут нужно? Черт его знает, сколько тут нужно. 3. Нужно 6, да? Для следующего уровня. Time for sound. Так, давайте выучим вот это вот. До двоечки, пожалуй. Так, и вот, как вы видите, открылись два новых умения. Это, шанс крита даггерами увеличивается на 5%. Ability inference. Сейчас, подождите секунду. 40%. Ну, ладно, в принципе. Потом буду разбираться с этими скиллами. Ну что, не все? Это не все. Окей, давайте тут еще посмотрим. 3 поинта. У меня как раз есть 3 поинта. Максимум хелс можно увеличить на 20%, да? А, плюс 20. Ну давайте вот это возьмем. Да, почему нет? Или все-таки увеличим еще здоровье? Да в жопу. Давайте вот это. Вот это. И все. Больше пока ничего нету. Будем копить немножечко. Сюда 2 поинта нужно. Сюда вот. Можно капканы еще изучать. Наши ловушки. Чтобы прокачивать. Так. Так, ну чё, я там насобирал немножко или нет? На гарду хватит мне? Да ну в жопу, вы, блядь, прикалываетесь, ну. Сколько мне собирать-то на неё? Бля, вот эту, наверное. Она забавная. Интересно, а на нож хватит? Назад. На набалдажник, интересно. Да, на набалдажник хватает. Тут critical damage, а я хотел вот эту вот херню. Тут нужно стали еще. 2 кусочка. Ну окей, в жопу тогда. Ну блин, забавная система крафта, очень интересно. А этот, я так понял, наш первый спутник. Да?
Ёпт, это что такое? Блин, да что вы за выродки такие, сучи, откуда вы беретесь? Ты меня лечишь, да? Ух ты! Это хорошо. Это хорошо, что ты меня лечишь. Это очень удобно. Но я думаю, в бою ты такое не сможешь сделать, потому что тебя будут постоянно атаковать. И мне, в принципе, танк подходит. Как помощник. Так, давайте-ка еще посмотрим, что тут. Так, давайте вот это вот улучшим. Почему бы и нет? Вот. Шанс крита улучшил. И теперь. Тут нужно 3 поинта. Ага. То есть оно не постоянно, не за каждый уровень дается. Это плохо. Это плохо. Так, а сохраняшки у нас. Сохраняшки у нас вот так работают. Хорошо. Сейв. Вот. В принципе, наснимал я уже прилично. Я думаю, для того, чтобы сложить свое впечатление об игре, этого достаточно. Игрушка мне понравилась, честно говоря. Я вот даже согласен закрыть глаза на микрофоне и периодически такие вот, ну, шероховатости игры. Потому что игра интересная и сюжет довольно-таки тоже. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.